Вести Урал совместно с благотворительной организацией «Русфонд» продолжают рассказывать о детях, которым необходима ваша помощь. Сегодня история двухмесячного Глеба Савина с врожденной косолапостью. Чтобы мальчик мог спокойно ходить, ему нужно дорогостоящее лечение. Анастасия Тарбиева продолжит. С гипсовым лангетом Глеб, похоже, уже свыкся. Половину жизни двухмесячный малыш провел с ножкой в специальной повязке. У мальчика врожденная правосторонняя косолапость. Выяснилось это только после рождения. На обследованиях во время беременности Анжелы никаких патологий врачи не видели. Я думаю, сначала показалось, что когда они его там сами сначала брали, там это пеленали, а потом как бы сама увидела, что это расстроилось. Думала, что не серьезно, думала, что так. Оказалось, серьезно. Правая нога у Глеба тоньше левой, а стопа сильно загнута вовнутрь. Сразу после роддома семья направилась к ортопеду. Каждая лангетка где-то примерно 1003 будет стоить. И там надо их наложить штуки 3. Потом идет операция. И потом сами вот эти брейсы. Лечение начали незамедлительно. Пока стопы малыша податливы, исправить косолапость проще. Сделать ножку прямой врачи пытаются по методу пансетти. Такое лечение более щадящее. Врач выведет деформированную стопу в максимально ровное положение и зафиксирует гипсом. За несколько дней натянутые мышцы и сухожилия расслабятся, и мы повторим процедуру. Следующий этап – закрытая ахилотомия, рассечение пяточного сухожилия. Активное лечение продлится 1,5-2 месяца. Затем мальчик будет носить ортопедическую обувь. Это поможет предотвратить рецидив косолапости. На все процедуры и материалы нужна немалая сумма – почти 118 тысяч рублей. У молодой семьи таких средств нет, но помочь Глебу может каждый. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Это новый номер для региональных проектов Русфонда. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. В ответ вы можете получить сообщение с просьбой подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Анастасия Тарбеева, Вести Урал.